Всем привет, меня зовут Никита, вы на канале Wolf Rodent Fire. Сегодня я продолжаю проходить игру под названием Call of Duty Modern Warfare 3. В прошлой серии, как вы помните, мы уничтожили вражескую глушилку. И, ребят, давайте на этом видео наберем 15 лайков, и я пойду снимать следующую серию. 01 на связи, односторонняя проверка связи. Принято, 01. Слышим вас отлично. Линия эхо захвачена. Морские охотники, 17 августа, 16:32, сержант Дерек Фрост. Только побыстрее, мы не хотим тут весь день проторчать. Без нас только не начинайте. Почти готово. Основная точка входа открыта. Оставайтесь вместе. Здесь легко потеряться. Что мы делаем под водой, у меня вопрос. Бруклинский туннель какой-то. Ну там даже люди остались. Думаешь, кто-то смог уйти? Мы ничем не можем им помочь. Почему NPC одинаковые? Держитесь на 2,95 градусов, 300 метров до встречи. Металл 01, вижу вас на трекере. Принято, подходим к точке контакта. Кого нам надо убить-то теперь? Команда котиков должна быть прямо над нами. Вижу их. Подлодка в пути. Времени на перехват мало. Принято, видите? Давай выше проплывем. Внимание на сонар. Очень неудобно управлять на самом деле. Следи за локатором. Мина, держись на курсе. Ага, вижу. Он взорвался что-то. Очень осторожно действуем, ребята. Ладно, вроде обошли мина. А нет, ни хрена, еще одна. Еще одна мина. Прошли. Ёлты-палы. Как мне здесь развернуться-то, блядь? Что же за херня-то? Да подожди ты. Я сейчас на мину нарвусь, я тут развернуться не могу ни хрена. Держитесь рядом с главной лодкой, я понимаю, но я там пройти не могу. Ни хера. Так, ладно, я это все повырезаю нахрен. Просто нереально, ребят. Я сейчас попробую на мышке саму сенсу поменять. У меня тут кнопочка специальная есть на X7. А выше ее немножко сделаю. Тут фиг развернешься, честное слово. Держись на курсе. Справа, справа. Еще одна мина. Прошли. Я не прошел, твою мать. Стоп, мы на месте. Слава богу, с какого раза? С третьего, четвертого? Цель близкая, Оскар 2, 8 часов. Спокойно. Че это за подлодки? Русские, что ли? Я так понимаю, да? Ждем, пока пройдет. Я так понимаю, там надо С4 заложить, да? Займи позицию. Ставлю. Закладываю. Фрост, прикрепи к ней мину. Он что-то это очень долго делает, на самом деле. Все, можно отплывать. Мины установлены, отходим. Отлично, мы подготовим отход. Взрываю! Оверлорд, металл 01 на связи, подлодка всплывает, приступаю к атаке. Принято, 01, возвращайтесь к основному заданию. Мы должны захватить ракетами на подводной лодке.
оставаться на местах. Чуть не задавило, блин. Люк открывается. Контакт, лету до люка. А мы ж подорвали по лодку, какого черта? Они все еще живы. Осколочная! Чисто, пригнись. Давай. Я за тобой. Что-то там что дымится, мне это не нравится на самом деле. Приступай к зачистке, все неизвестные враги. Ну это уж понятно. Я не думаю, что они тут пленных держат. Ох уж эти злые американцы, подумали русские, да? Я уж понял. Блять, какого хрена ты так выбежал? Твоя мать, дебежал. Я что, знал, что он выбежит? Встречаемся внизу. Ладно. Спускаемся. Блин, как же вы все еще живы? Варюки, а? Приготовиться к эвакуации! Они хотят уничтожить подводку! Действуй быстро! Приготовиться к эвакуации! Так, давай, проходим. Ёл-пал, как же их так много. Там, точнее, много. Еще с лазерками ходят. Черт возьми. Ёл-пал, как он попал-то? Уйди уже с прицела, какого черта ты тут стоишь? Нет, кобздец какой-то. Идем уже, огневая поддержка. Я верхом пойду. Приготовиться к эвакуации! Они хотят уничтожить подлогу! Действуем быстро! Приготовиться к эвакуации! Так, готово, ребята. А почему раньше игра не сохранялась? Какого черта, блин? Давай, песочный человек, идем быстрее. Мы должны добраться до мостика. Давай, бежим. Я не против. Ну давай, продвигайся уже быстрее. Я тебя все жду и жду, а ты никак не приходишь. Какая здоровая, да? Быстро мы их завалили. G-18 тут есть. Автоматический пистолет, что ли? Оверлорд Металл 01 на связи. Контрольный пункт Нептун. Прием. Принято 01. Подтверждаю, Нептун. У меня есть ключ для запуска ракеты. Получаю коды. Координаты по сетке. Танго, Виски, 056628. Координаты подтверждены. Огонь по русскому флоту через 30 секунд. Фрост, пульт управления. Угу. Давай ключики. 3, 2, 1, давай! Оверлорд, ракета готова к запуску.
Принято. Команда котиков ждет вас. Бежим, что ли, отсюда? Пускай ракета выпускается. Давай, прикрывай меня. Держись за резиновой лодкой. И он упал, там злые русские. Гони. Гоню, как могу. Ну тут и месиво, конечно. Ракеты приближаются. Не останавливайся, брод. Да ёлка упала. Каким мином? Все, увидел мина. Давай, быстрее, быстрее, быстрее. Наша лодка уходит, резиновая. Эпично. Что еще сказать, ребят? Так, оплываем. Что за бред? Держитесь рядом со спасательной лодкой. Ну, я старался не... Или злые русские. Если что. Слишком быстро плывут просто. Вот она, пошли, пошли. Давай, 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 давай. Как можно так вертолет посадить, ребят, мне интересно. Обздец какой-то. Они его на воду, по сути говоря, посадили. Это что? Оверлорд, миссия завершена. Никогда такого не видел. Принято, металл 01. Подтверждены попадания ракет по целям русских. Все основные угрозы устранены. Хорошо поработали. Войдет в учебники. Почему всегда русские злые? Я понять не могу. Уже какую серию? Первого, в первой серию, второй, третий, Modern Warfare. Мы больше не обороняемся. Battlefield Bad Company 2 тоже злые были русские. На связи группа Foxtrot. Русские отходят. Мы идем за ними по пятам. За рваными линиями фронта еще остались русские, отвергающие безумие Макарова. Люди, готовые пойти против течения. Прайс, признаки жизни есть, но слабые. Без медицинской помощи СОУП долго не протянет. Живучий чертяка, он выкарабкается. У нас входящие сигнатуры. Мы не одни. Макаров всегда доводит дело до конца. Кто у вас лучший? Юрий, бывший спецназовец. Единственный, кто ненавидит Макарова больше, чем ты. Бери его. Они полетят с юга, прикрываясь хребтом. Откуда ты знаешь? Я бы поступил так. Добрый русский в деле, да? Сколько их? 3 Ми-28 и 4, нет, 5 Ми-17. Высаживаюсь десант. Отправьте команду на крышу. Юи! Юи! Персона нон грата, 17-51 Юрий. Охренеть! Делайте то, что скажет этот человек! Юрий, займи позицию на балконе! Нужно выиграть время для доктора! Следи за внутренним двором. Они прорвались во внутренний двор. Уничтожите. Да, слушайся, Прайса. Держу их, пока мы не сможем нести шоупа. Блин, с калаша довольно неудобно стрелять, потому что он косит немного. Все-таки оружие не такое точное, как М16 та же самая, или М4. Не может, да, повредить вертолет? Юрий, нужна твоя помощь. Юрий, иду, сюда. Иду. Сделай ему укол.
дальше. Мы должны отнести Сову по вертолету. Юрий, со мной. Юрий, сюда. Юрий идет. Да ёлта-пала. Давай быстрее перезаряжай. У меня есть Desert Eagle. Если что, я вас прикрою. Да давай, идем. Прайс, ты не падай. Я упал, откуда стреляют? А, вон он. Ой, это свой. Твою мать. Ладно. Вон он еще наверху где был. Там поляк стоит. Сержант поляк. Где упал? Как же их тут много. Блин, прикрывается. Да ёлты-пала. Как тут пробраться? Фиг знает. Ладно, давай продвигаться снова. Спины их обойдем и убьем. Так, входи. Тума. Сержант Тума. Снова в действии. Снова в бою. Я такого даже не знаю, не припомню. Что, проходим? Беспилотник пошел на второй заход. Оружие в здании прямо перед вами. Да ёлка пала. Ну давайте, выбивайте. Чё за робот, я так и не понял. Сейчас увидим, наверное, да? Что, в погреб полезла? Самоходный наземный транспорт. 2 сантиметра брони, пулемет и гранатомет. Управление наверняка на русском.
Давай, Юрий. Николай, как там Соу? Очень плохо. Мы должны вытащить его отсюда. Юрий, расчисти подход к вертолету. Мы прямо за тобой. ПКМ для изменения масштаба G или средненькую гумы, чтобы выстрелить из гранатомета. Получайте, засранцы! Как вам такой робот, твою мать? Чей вашу мать? Блин, они его уничтожить даже не могут. Оружие массового поражения, ребята. Давай, еще два осталось. У нее тут крупнокалиберные патроны. Нет боеприпасов. Черт, истратил все. Гранатометные выстрелы. Надеюсь, они не уничтожат этот вертолет. Это единственное наше спасение. Так, со спины никто не подходит. Ага, все, чисто. Сколько же здесь русских злых? Сколько можно? Ой, прости, чуть не попал в тебя. Мы у вертолета грузим Соупа. Он плохо выглядит. Предупреждение ракетам. Ёлка пала. Уничтожили. Юрий, бегом к вертолету, вперед! Я бегу, бегу. Тут обстрел минометная. Обстрел, блин, че несу. Он не останавливается, кстати, ёлка пала. Капец какой-то. Полетели, блин. Наш вертолет, надеюсь, а не вражеский. Вот он! Юрий здесь! Хорошо. Все, спасайте. А если бы не пригодился, не забрали бы, да? Добрый русский. Что, непонятно, что ли? На войне, правда, всегда жертвуют в первую очередь. Но кто определяет, что есть правда? Правда? Сейчас Путина, что ли, зависит покажет? От точки зрения. Однако многие русские по-прежнему обвиняют Америку в резне в аэропорту имени Захаева. Обязанность солдата защищать простых людей. И иногда ради этого приходится врать о том, что война — это борьба добра со злом, а вовсе не естественный отбор в особо крупных масштабах. Тем не менее, похоже, в мире наконец наступит спокойствие. Единственная правда заключается в том, что наш мир — огромная пороховая бочка. Вопрос в том... Кто чиркнет спичкой? Андрей Нарков какой-то.
Москва. Так, давайте закончим на этом. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Всем пока.